Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами снова Дезертир. Я на 11-й позиции, 4127 километров пройдено, и мы надеемся прибыть первыми в Нью-Йорк. Из пяти. Значит, нам нужно стараться и экономить время. Мне кажется, или у меня какая-то проблема? Замечен нарушитель, два счета с ним разберемся. Да, походу мне не кажется, и походу у меня действительно проблемы. Готов его зажать. А, ты идешь не на таран, а ты тормозишь, идиот. Нарушитель не съезжает с дороги, переходим к сложным маневрам. А вы знаете, что такое сложные маневры? Серьезно? Так, 7 секунд в запасе. В принципе, это довольно нормально. Нет, ты меня не разобьешь. Давайте, ты меня обошел, негодяй. Тормозу приготовьтесь. Естественно, я не остановлюсь. Я что, на дурака похож, что ли? Так, 5 секунд, это уже хуже. Пока терпимо. Повторов вроде бы у меня пока не было. Я уже не помню. Итак, хоть я и говорил, что следующие части будут более долгими, но не факт. Внимание, если не остановить машину, он уйдет. Да, я уйду, если не остановить машину. Окей, обходим. Контакт с гонщиком. Не надо меня искать, я плохой. Вот он, мой. В смысле, я хороший, наоборот, меня не надо искать. Внимание, готовимся к новой тактике. Моя машина неисправна, но вполне себе исправна. Главное, не трогай меня до момента окончания гонки. Я это сделал. Я просто сделал это. И все, я все еще на 11 месте, но я обогнал копов. Я ушел от них, несмотря на то, что он был впереди меня. Как-то это глупо прозвучало, да? Коп впереди меня, но я ушел от него. Да. Это странно. Но это инфа-эс, друзья мои, все здесь, все возможно. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Крутые повороты, в горах очень опасно, контролируйте скорость и все такое, говорят они нам. Этап 9, наконец-то пройден. И остался последний этап. Самый веселый. Просто пупенно веселый этап. И мы должны туда прибыть первыми. Вы готовы? Ведь это будет сложно. Это будет очень сложно. Эдди Кук. Эдди зарабатывает на жизнь участием в официальных автогонках, но у него нет спонсоров, поэтому о большинстве деньгах, о больших деньгах он может только мечтать. Зерран может стать его счастливым билетом. Последний круг. Доберись до дома, Джек. До встречи на Манхэттене. Итак, всего один соперник. Но какой? И, кстати, по-моему, здесь я уже гонял только что. Ребята халтурят. Ой, халтурщики.
фу-фу-фу так халтурить. Ну, пока он впереди меня, я позади него. И это пока меня устраивает. Но вот когда останется мало времени и закончатся наконец-то эти извращенные повороты, возможно, я его и обгоню. Потому что да, все-таки это немножко не мое. Не люблю я серпантин. Ой, он дебил, а! Вы видели, как он въехал? Пытался от меня отъехать и... В принципе, если учитывать, что он гоняет только в профессиональных гонках, да, то есть если брать именно этот аспект, то он, в принципе, сделал все правильно. То есть он ушел от столкновения, но ушел криво. Очень криво. Я-то, в принципе, был готов к столкновению, я на него даже в каком-то смысле рассчитывал. А вот он как-то повел себя немножко странно. Ну ладно. Скажем так, ему видней. Итак, финальный этап, и мы выигрываем. Вот так вот все простенько. Простенько и легко. И таки мы на 10-й позиции, друзья мои. Цель — прибыть первыми. Продолжить заезд за ран. И мы продолжаем. Продолжаем наш разговор. Продолжаем, что у нас 1:55 заняло пока что. Скажем так, прохождение до 10 места. Средняя скорость 218 км в час. Использован повторов 34. Пройдено дофига. И осталось 204 км. Осталось совсем чуть-чуть. Выиграть 3 позиции. Не так много, но нам хватит. Нам хватит. Осталось их только... Ой. Ой-ой. Ой. Как-то это было неправильно. И мне солнце в глаза светило. Все, во всем солнце виновато. Да. Во всем виновато солнце. Вот всегда, да. Сто пудов из-за солнца врезался. Вот даже 300%, что я врезался именно из-за солнца. Вот оно виновато и все. Пока. Привет, пока. Пока, привет. И... Хрен тебе. Вау, куда грузовик делся? Куда делся грузовик? Какого хрена? Я думал, что в играх нового и приближенного к новому поколению грузовики просто так не исчезают. Но инопланетяне работают везде, поэтому это нормально. Так, умудрился войти в поворот. Так. Я должен не пропускать этих выродов, а у них скорость довольно-таки большая. Блин, я хочу его тачку. Сука! А, вы это видели? Я так надеялся на то, что я того пнул, а я взял этот момент и другой обошел. Сволочи, что я могу сказать? Это было неожиданно. Это было очень неожиданно. Я не ожидал такой подставы. Я прошел трассу, четко, более-менее нормально. Где-то даже, наверное, красиво, может быть. Может, нет, не знаю.
А в итоге меня взяли и послали на 3 буквы. В самом конце причем. Послали так жестко, что я этого даже не ожидал как-то. Вот опять, куда грузовик второй раз исчез? Здесь точно работают под этим мостом инопланетяне. Но это еще хорошо, что нас не забрали, кстати. Чтобы если бы еще и нас забрали, было бы совсем печально. Мне было бы прямо очень обидно, если бы еще и нас забрали. Оп! Уснули. Так, главное, чтобы меня не минуснули и добраться живым до конца трассы. А я надеюсь, что я доберусь, потому что, по сути, дальше идет дорога по прямой, и ребята отстали от меня на секунду. Мы врубаем нитро, все, что у нас есть, и это победа! Да, с ребятами было легко, но инопланетяне, которые работают на дороге, меня напрягли. 7-е место. И это победа. Это победа, определенно. Мы максимально на данный момент приблизились к месту победы. К победному конечному результату. И на этом сегодня все. Всем спасибо. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Всем удачи и пока.